Ага, значит, вот это место, где я стоял как-то год назад и нес всякую чушь, да? Вот. Тут уже осень конкретная, да? И вот тут полно вот этих ягод. Я не знаю, что это такие. Это ягоды, наверное, с каких-то цветов. Или какая-то морожка-фигошка, или ягоды с каких-то цветов. Потому что их тут до хера, и тут народ ходит, но их почему-то не собирает. А чушь, которая у них тут вообще пиздец. Про какой-то ручей, какой-то приводил сравнение. Такая хрень, да? Я даже не смонтировал этот ролик. У меня есть еще там исходники были. Несмотря на то, что записано на экшн-камеру, у меня исходники, это билибердистики были. Но я решил не смонтировать. Чё я... Тут все уже не так, да, тут? Ручей тут кончился. Тут проехал какой-то лесной кразик. Кразик проехал и все попереворачивал к хуям собачьим. И поэтому ручья тут уже нет, ручей не проходит. Вот, стух. Стухло ты, слушай, Люжи, стухло, да? Ручей где? Где? Нету? Все, нет ручья, короче, пиздец. Пиздец, да? Нет, ручья, можете ходить как хочешь. Проехать тут по дорожке. Вот, нету ручейка. Нету ручейка, нету, слушай, нету, да? Слушай, был? Был? Был ручеек, да? Я сплыл к хуям. К хуям сплыл. Опа. Ну так далеко я не забирался. Достаточно давно. Ну куда-то мы-то ездили, да? 100 лет назад. Куда-то мы сюда ездили, да? Так, обратно идем. Тут, я уже не помню, что было, зачем мы сюда ездили. Зачем-то ездили. Что-то тут было. Хуй знает что. Кто мух спугнул. Или клопа. Оп. Чего тут было? Зачем? Ну там уже какой-то выход, да? Там написано, проход воспрещен. Так, надо вон на ту дорожку как-то убираться обратно. Еще прыгнул сюда. Вот опять получается, здесь хожу, нихера тут не делаю, воображаю только все себе. Но сам ни в чем не разбираюсь, да? Ни в ягодах, ни в этой хрени. Надо все-таки разучить, какие, что там, травинки, как называются. По-настоящему, да, а то херня какая-то получается, канал о травинках, да? Чуть шебуршит. А всякая хрень, которая может быть в грибах березовых. Березовых грибах. А ничего не знает. Ну, дурачок какой-то ведет, да, ваномас. Ваномас местного леса. Вот. Нахер, типа, да? Чё творит? Ходит, лазает, ничего не знает. Ну, дебил полнейший, да? А чё они вот ходят вот? Я-то не знаю, что хожу, я бешусь просто, с ума схожу. А они что тут ходят? Интересно. Ну, тут вот понятно, с этой стороны понятно. С этой стороны хорошо грибы, видать. И тут видать, что их нихера-то и нету, в общем-то. Это какие-то высадки, видите? Высадки. То есть все рядками. Четко рядами. Высадка Олеся драгоценного. А вот там бух-бух место бухания. Пройдем? Пожалуй, да. Да, пиздец, тут вода стухла, отключили. Ну, пройдем ли? Пройдем, а нахуй там. Делать-то что? Только проходить. Отключили воду. За нее плату, наверное, вырубили. О, место для пухания. Чье-то давнишнее, смотрите. Когда-то столик был. Все было круто. В компании, небось, сидели тоже, алкаши и грусть. Они тут вот над это под этой елкой. Под елкой, наверное, даже дождя не проходит. Дождь, когда она
была живая, а сейчас она дохлая, конечно. Не проходил дождь практически из-за толщины такой елового покрытия, так. И вот тут они бухали, да, тут целая компания, собирали шашлыки, бухло. Прошло 15 лет, и столик, и все. Все пропало, да, все пропало, накрылось. И только один чувак приходит, старый дед, который в 90-е бухал, вспоминает своих товарищей. Садится тут и упивает жатецкого гуся. Грустно? Ну, что пойдет, все меняется. Все меняется, ничего не остается так, как оно было. Как пройти-то? Где-то... А, вот, да, пока-то. Я уже не вижу ни хера. Вот тут сомнительная дорога. Тут такое. Кто-то прыгал, а это уже дорога. Какой-то мазогрыш прыгал. Во. Трясинка. Трясинка. Вот мостик. Мостик. Хуп-хуп-хуп. Пройдем? Пройдем? Во, тяжело. Как в Monkey Island, короче. Если бы это был Monkey Island, мне надо было курицу, да, и перебегать. Мега-квест, да. Он открыл жанр помойных квестов. Этот Monkey Island. Всякие дороги на Эльдорадо, прочие помои. Вот. Не играйте в квесты, да. Никогда. Вы охуеете просто, да? Тем более, еще год такой квест играть вообще не надо. Че, играйте в РПГ, да? Dungeons Siege, да, от Square, все равно. От производителей Final Fantasy, но говна. А такая РПГ, да, с сундучками. На Neverwinter первый, похоже, прям один в один еще графон такой. Я такой графон не видел. А, конечно, давно вышло вроде. Дофига, да, времени прошло. Ну, сука, такой там графон, да? Такой графон, пиздец, какой графон. И хуею с него, да? Опять ветер задувает, ну что такое будешь делать? Такой графон, пиздец, какой графон. Так, тут написано еще, табличка стоит, что лес высажен. Ну-ка. Ну. Ну-ну-ну. Где лес-то? Вот здесь лес высажен, да? Нихуя. Ну там только машины ездят. У которых пропуска есть. По дороге. От Челёскинской в Пушкино. Все. Там мы были. Вот за этим пнем, да, там мы были. Там мы табличку видали с той стороны. Нихуя лес тут не высажен. Тут херня какая-то, пни одни стоят. А там табличка такая висит, написано высажено 4,9 гектара, то есть 4,2, то ли 4,9, что-то там такое стоит. Что дофига тебе высажено, нихуя. Объебали народ, население на лес. Не высадили. Высадили, это понимаю, высадка, это вот это. Вот это высадка рядами, да, совковая. Взяли просто деревьев, пионеров пригнали. Пиздуйте лес высаживать, да, вместо двух уроков. Они тут быстренько пришли, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. В барабан постучали, все посадили, убежали. Вот все. Сами где-то выкопали, пересадили и тут посадили. И все-все работает, хуячит. А это там вообще похеру все. Главное читаться. Главное читаться, господа. Главное поставить объявление. А ходить проверять никто уже не будет. Ну, само собой. А, ты как думал, в сказку попал, что ли? Только так. Вот. Куча осень еще не началась. Основательная, да? Я даже скажу, кто до сюда досмотрел, скажу, какой день. Сегодня 10 сентября, а время 16:30 должно быть, по идее. Вот. Вот так вот. Пиздец. Вот какой день сегодня. Достаточно много там отснял, да?
теперь можно просто это самое заливашки делать, и там по графику, чтобы выкладывалось само. Я научился все-таки ютубом так пользоваться, чтобы он сам, чтобы за компьютером почти не сидеть, не монтировать ничего, не сидеть ни за чего, ни за компьютером, вот цветочки смотрите, а просто они сами бы выкладывались, да, все само выкладывалось, вот, и готово, да, было сразу, да, то есть снимаем много дней, память телефона кончается, мы отправляемся к компьютеру, да, все это заливаем, рендерим, день целый рендерим, какой-то, не знаю, дождливый поганый день, мы рендерим, ставим график выхода, и 10 роликов 10 дней в следующий выходит. За компьютером, то есть, почти не сидишь, не надо как Гарик себя мучить каждый день, за компьютером сидеть, из себя какие-то мысли доить. Я вообще в формате стрима буду выкладывать в следующие разы. То есть, знаете, как все эти видео, прям без монтажа, прям как с телефона, будут заливать, как они есть. Вот, я обратно сюда пришел. Как они есть, буду заливать, короче. И все. И все, да. Вот. А уже Линк так заливает, что ему? Что-то базарит целых 2 часа. Научился болтать более-менее. Ни о чем целыми часами. И все, я так хочу. Ничего нельзя. Вот мышиный горох не может смотреть, а болтать часами ни о чем нельзя, что ли? Можно. Я как Вожелин хочу. Чем я хуже Вожелинка? Ебатория не устраиваю. Да не, я не хочу, мне в том плохо. Просто. После их трешовых ебаторий мне плоховато. Бухать я вообще крепкий алкоголь вообще не бухаю. Да от легкого планирую отказаться. Что это пиздец. Бухать, что-то там ходить. Жоп чесать, сменовая. Потом с утра плохо, потом мысли нет, потом еще что-то не работает, ничего, голова не варит. А вот кофе выпил, да? Ролики записываешь, охуенно. Пойду еще кофе выпью.